Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается в районе. На 3 июня число привитых достигло 2174 человека. Известно, что вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. В декабре эта мера профилактики стала доступна и против коронавирусной инфекции. Эксперты уверены, проведение вакцинации не менее 70% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19. Для успешной борьбы с вирусом приоритеты были расставлены таким образом, чтобы в первую очередь защитить тех, кто подвержен наибольшему риску заражения. Это работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров. По долгу своей службы они ежедневно контактируют с большим количеством людей. Сегодня решили привиться руководитель комплексного центра социального обслуживания населения по Кашхабльскому району Сальман Малахов и его заместитель Светлана Хиштова. Вчера мы зарегистрировались в личном кабинете и по онлайн сделали заявку на вакцинацию. В 9:50 нам назначили, и вот сегодня мы провакцинировались. Я и ранее рассказывал, что социальная служба в нашем районе активно участвует в вакцинации. У нас по показателям уже 62%, 90 человек сотрудников провакцинировалось и 82 человека бабушек подопечных у нас провакцинировалось. Даже те бабушки, которые проживали у нас в пансионате, которые переболели в прошлом году, они уже начали вакцинацию, так как у них упал уровень содержания антител. 7 человек уже провакцинировались, и по плану они, остальные будут делать. Вы все знаете, что по району идет вакцинация. Призыв, так сказать, к сознательности наших жителей. Это продолжается. Ну и следуйте нашим примерам. Спасибо.